Всем привет! Ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Винкс, первый сезон, 12-я серия. А, в прошлой серии мы поняли, что Флора вообще не разбирается в растениях. Почему? Но она не смогла узнать вот эту вот красную иву, ее особенности, в итоге они все уснули. Хотя я считаю, что именно Флора должна была всех предупредить и сказать, что... И вообще спасти всех должна была Флора. Да. Кстати, это же эстезия, она получается не совсем спец. Получается, да. Получается, поэтому экзамен не сдала. Хотела, кстати, тебе сказать, что жарко стало, поэтому надо было бы дверь открыть перед записью или окно. Ну, можно. Ну ладно, на Скуби-Ду. На Скуби-Ду. Погнали. Откроем. Да, погнали. Производство Rainbow SRL. Просто толкаться. Волшебницы, добрые феи, и, конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время, сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу, Винкс, только вместе мы сильны, чудеса творить вольны и всегда устремлены. На свете повсюду храни путеводная нить и дай свет планете. Клуб Винкс. Школа волшебниц. Все планеты. Всей планете. Флора готовится к экзамену и отправляется вместе с Винкс на черное грязевое болото. Там они обнаруживают еще одну загадку волшебной вселенной – мир маленьких нимф. Винкс смело помогают им, доказав, что вместе они – сила. Мисс Магикс. Какой конкурс красоты? Походу. Посмотрим конкурс красоты. Знаешь, кто победит? Блум? Нет. Стелла? Нет. Текна? Нет. Флора? Нет. Муза? Нет. Айси? Нет. Дарси? Да. Да? Да. А реально? Ты что, помнишь эту серию? Да не помню, я просто... Дарси везде соска-нерялка. А, ну с этим подходом может быть, кстати. Ну, это, понимаешь, это... Вот ведьмы в таком не участвуют. Ведьмы скажут, фу, мы лучше пойдем пиво попьем. И Дарси такая, я пойду, а я пойду, мне все равно. Значит, у тебя невероятные сны. То есть каждую ночь нимфа открывает тебе все больше. Ты говоришь, что она зовет тебя по имени, и ее голос кажется тебе знакомым. Она и выглядит очень знакомо, но я не знаю почему. Хм, может, ты видела ее раньше? Ну, дело не только в этом. Просто каждую ночь мне снится как бы новая серия. Это не случайность, словно она показывает мне дорогу. Ты думаешь, это потому, что ты узнала, что ты фея, а не простая землянка? Почему у меня есть эти силы, и почему мне так все легко дается? Почему собаки так смешно ноги сгибаются, когда она ходит? Смотри внимательно. Почему у меня есть эти силы? Почему мне так все... Она просто как человек. Легко дается. Дафна, нимфа из сна, хочет мне что-то сказать. Но я не знаю, что. И, знаешь, храм на площади, там на... Видишь этих львов прекрасных? А это живые? Да какие живые? Статуи? Ну да, обычно же львов там ставят, но просто они такие смешные, как котята. Упоротые. Как-то коты. А что, вы в наш этот дворец пошли? Мы не в курсе. Что он сказал? Мне слишком легко все дается? Да. Потому что ты избранная, ты главная героиня этой сказки. Ну как иначе-то? В осаде скульптура девяти нимф, и центральная нимфа — это Дафна. Каждую ночь она зовет меня по имени и просит прийти к ней. Хм, ты сказала Дафна?
Несколько дней назад я ходила в библиотеку, там была куча книг про Дафну. А когда я пошла туда еще раз, то не нашла ни одной. Ясно, что кто-то спрятал их, но я не понимаю, зачем. Тут много странного. Дафна, да? Я знаю, что нам нужно. Это работа для Тимми. Я отправлю его в библиотеку Красного Фонтана, а потом... Леди, пожалуйста, перестань. Увидишь, Тимми найдет любую информацию. Я уверен в этом. Мне надо идти. Увидимся позже, Блум. Спасибо, Брэндон. Увидимся. Ученицы, я рад вам сообщить. Такая огромная аудитория на 500 миллионов человек сидит 15, сколько-то 20 их максимум, наверное. Это для всей школы. Просто пока что это просто один урок для одного класса. Ты хочешь сказать, что это типа актовый зал для всех учеников, да. Но из-за того, что все кабинеты заняты, они сидят в актовом зале одним классом. Да. А я думал, это типа уже все ученики Алфеи, это вот... Избранные. Они... Да, все. Что нам удалось починить симулятор после истории с Блум? Если я не ошибаюсь, сдать зачет должны еще несколько студенток. Флора, Муза, Текна и Стелла, а также Присцилла, Артензия и Луна. Девочки, как бы мне хотелось исчезнуть. Мне тоже. Я страшно нервничаю на этих экзаменах. Вот это вот стрёмное... Вот это вот стрёмное ощущение экзамена, когда у тебя живот начинает крутить прям невероятно. Ты такой волнуешься. Вот так делает оно. Такой, фу, непонятно. То ли тебя тошнит, то ли тебя мутит, то ли тебе кушать хочется. А ты весь из себя волнуешься. Я не думаю, что это сложно. Это как упражнение. Просто за него ставят оценки. Все будет в порядке. Такая ты молодец. Тебе легко говорить, ты всегда занимаешься. А вот все остальные... Похоже, Стелле нужно отработать пропуск. Так если все остальные, кто не занимается, и они, в принципе, могут бросать школу. Смысл этой школы в том, чтобы учиться. А если ты как бы не учишься, а балду гоняешь, то все, иди этот... Иди там на работу сразу, без школы. Куда-нибудь. Чиная. Но ее почему-то с нами сегодня нет. Может быть, это уловка? Профессор, сегодня она заболела. Она сказала, что она зайдет к врачу. Может быть, она придет попозже, я думаю. Что ж, надеюсь, ничего серьезного. Но если увидите ее, скажите, что я ее жду. У нее много хвостов. Опа! Экзамен Флоры. Что ж, тогда Флора. И знаешь, типа, прикол будет. Помнишь же экзамен, какой у Блум был? Uh-huh. Тем временем у Флоры будет экзамен из разряда «Возьмите розу, посадите розу, да, полейте водой, и экзамен будет пройден». Она такая все это делает, выходит, ей тоже ставят, типа, отлично. И она такая, ну, Блум, видишь, у нас с тобой, в принципе, равносильные, то, мне кажется, у меня сложнее. Давай посмотрим, мне реально интересно, что там. Какую из двух миссий выбрала ты? Я использую волшебство, чтобы снять самое тяжелое заклинание ведьм — грусть. Хорошо. Я готовилась к зачету на черном грязевом болоте. Я готова. А почему грусть, а не... Отлично, хорошо. Подожди, у них было на выбор либо заклинание ведьм снять, либо оживить природу на мертвой планете. А почему она это не выбирает? Она же типа на этом специализируется. Ну, она такая, это для меня слишком легко. Я выберу то, что посложнее. Я выберу то, что посложнее, чтобы научиться. Никогда так не делай. Выбирай то, что полегче. Хорошо. Вы готовы начать? Помните, максимум концентрации и не надо волноваться. Максимум силы. Давай, Винкс. Как будто сейчас полетит. Так она уже. Эй, ну покажите. Можно? Заходите. Блу, что случилось? Я в порядке, мисс. Я ищу Стеллу. Утром она сказала мне, что пойдет сюда, потому что плохо себя чувствует и... Сегодня утром? Вы первая ученица, которая вошла в эту дверь. Это довольно странно. Обычно во время экзаменов у меня тут стоит толпа, а сегодня никого. А, ладно, спасибо. До свидания. Что-то опять Стелла... Опять намудрила. Опять пошла на свое свидание, вот это вот непонятно. Хотел кадр нормальный, и что-то не получается. Пошла опять на свое свидание, опять ее куда-то в плен взяли-нибудь. Вот шляется, где попала. Она врет своим подругам, врет она вообще пошла всем. Она пошла на конкурс красоты вместо экзамена своего.
А почему они тогда не знают про конкурс красоты? Ну, потому что они бы такие, типа, ой, пошли с нами на экзамен, что-то там опять да нет, мне кажется, если бы они знали про конкурс красоты, они бы сами вдохновились и уже первее всех стояли бы. Такие, вот, да нет. Они же такие учатся. Знаете последнюю новость? Стелла не ходила сегодня к врачу. Значит, это неправда, что она заболела. Короче, она решила прогулять урок палладиума. Ха, интересно, почему она так себя ведет? Зачет был совсем несложным. Мы все должны его сдать. А чего она боится? Если она будет скрываться, ей это не поможет. Ей придется пройти тест на симуляторе. Да, может, она реально что боится, поэтому скрывается. Может быть. Прикинь, настолько себе не уверен. Ну, вот там, как бы, если даже плохо сдашь, мама взятку даст и все, и скажет. Все, моя дочь все знает. Не случилось! Уж будущей королеве. Ее нет в библиотеке. Будущей королеве плохую оценку не поставят. Я надеялась найти ее тут, читающую учебник. Какой да. прекрасный запах. Бесконечный закат. Читающую книгу. Ты как будто не ее подруга. Ну нет, подожди, если под книгой она подразумевает журнал Космополитен какой-нибудь, да, или там модные одежды. Нет, зная Блум, она такая. Нет, все должны читать книжки, все должны учиться, никто не должен прогуливать. Ты точно про Блум говоришь? Она тоже не сильно похожа на тех, кто много читает. Она может быть так из и... Из всех здесь только Текна может этот, читать. Музу, наверное. Музу, слушай. Ну и Флора, может быть, учится. Флора учится по-любому, ты что, она отличница. А вот Блум, она может быть и похожа на человека, который так думает, как ты сказал, но сама книжку, наверное, ты в руки особо не берет. А вот в музу, прикинь, как бы она училась, она же, типа, все с музыкой связано. Она такая, я понимаю информацию из книги, только если мне ее споют. Хорошо, уроки всегда с музыкой делаю. Ну, уроки, ты же слушала музыку и, типа, наверное, что-то делала, читала. А здесь ну, именно... мне мама все время ругалась за то, что я так делаю. Она говорит, ты там ничего не понимаешь, все равно с музыкой. Нет, а я говорю, что именно ей уроки в форме музыки бы, типа, преподавали, угу. типа... Специально для нее. Ну, слишком дорого. Не, ну смотри, она бы брала книгу обычную или там что-нибудь такое, накладывала на нее магические эффекты, и книга бы превращалась в ноты музыку, и все это в голову ей бы шло как песня. В аудиокнигу. Да, прикольно. И типа не просто аудиокнигу, где ты такой тебе читают, а там прям реально музыка, там вот это. И она бы реально, наверное, так училась больше. А я, кстати, ты тут начала уже затрагивать эту тему уроков. А я, короче, всегда вверх ногами уроки делал. В смысле, ты лежал на кровати вверх ногами? Да. На голове стоял, чтобы кровь приливала. Ну, это, я не знаю, это реально удобно. Так даже лучше как-то учиться. Сидишь, короче, вверх ногами. Да я еще, кстати, я никогда, наверное, никогда не делал уроки, сидя за столом. Я обычно лежу где-нибудь на кровати, на диване, с включенными там теми же самыми мультиками. Потому что устаешь сидеть. Ну, лёжа тоже как бы это неправильно, но лёжа как-то оно как будто лучше тоже делается. Мне, по крайней мере, за это никто не ругал, поэтому я в своё удовольствие делал их так, как мне было удобно. На диване, на полу, вверх ногами. Главное, чтобы они были сделаны, и всё. А потом в какой-то момент ты уже понимаешь, что, в принципе, можно жить и без сделанных уроков, потому что уроки можно сделать на перемене перед уроком, и, в принципе, можно уже их это никогда больше не делать. Мои новые духи нравятся? Стелла, боже мой! Ты не выглядишь больно. Совсем наоборот. Блум, я в отличной форме. Лучше я себя никогда не чувствовала. А ты? Что ты задумала? У нас сегодня был зачет в симуляторе. Палладиум ждал тебя. Послушаю. Палладиум ждал тебя. Сейчас втащу. Да. Я уже ждал. Значит, подождет еще. Сейчас у меня есть более важные дела. Например, твоя одежда, походу, да? Ты права. Именно. Понимаешь? Правильное платье может стать решающим. Но это... Какое красивое. Это не беспорядок. Это творческий... Это... А как сказать? А у меня мысль из головы выпала. Творческий хаос? Да, да. В нем просто удобно ориентироваться. Вот и все. Если ты хочешь выиграть в конкурсе Мисс Магикс,
Конкурс Мисс Магикс? Да. Фигуры, конечно, у них у всех такие сказочные. У них просто по 15 ребер, походу, с каждой стороны удалено. Чисто все тело держится на одном ребре, чтобы вы понимали. Я не знаю, просто реально. Одно ребро сверху, и все, и хватит. А зачем вам много ребер? Надо вот, чтобы такая вот талия была. Ежегодный конкурс, на котором определяют самую красивую и талантливую девушку в заколдованном королевстве. В прошлом году я почти победила, а в этом точно выиграю. Это глупо. Стелла, как конкурс красоты может быть важнее учебы? А, пожалуйста, не подведите меня. Мне нужна Зануды. Ваша поддержка. Для меня это очень важно. Что мне сделать, чтобы вы посочувствовали мне? Помогите мне, и я обещаю, что потом я буду учиться. Ты должна учиться ради себя, а не ради нас. Мы уже сдали зачет. По факту. Хорошо. Но это в последний раз, ладно? Никогда не учись для кого-то, всегда учись для себя. Если ты хочешь учиться хорошо, учись для себя. Если ты не хочешь учиться для себя, то не учись ни для кого. Вот и все. О, спасибо! Я так счастлива! Вы увидите, это просто обычный маленький конкурс красоты. Будет весело. Маленький. Это будет впервые. Каждый раз, когда мы едем в город, веселье не получается. Да. Мы все время натыкаемся на этих противных ведьм. Расслабьтесь. Из достоверных источников мне известно, что мы не встретим наше трио. Поэтому давайте сидеть всегда в школе. Никуда не будем выходить, ведь если мы выйдем, мы всегда встретим ведьм. Зачем нам это надо? А мы же пожаловаться не можем директрисе, что ведьмы нас постоянно щемят и непонятно, да. Чем плохим занимаются. Мы должны с вами разбираться, как взрослые независимые. Да. Причем они всегда реально выходят и всегда в городе... Ведьмы. Такое ощущение, что ведьмы вообще не учатся. Они такие, ваша домашняя работа посидеть в городе где-нибудь на... В кафе. Быть как... фей. Да, быть как гопники, отжать у кого-нибудь телефон, избить феи. В принципе, молодцы, мы поставим вам зачет. Смотри, задание такое дадут. Но, Люси, подумай об этом. Это конкурс красоты, где волшебство запрещено. Ты не можешь просить Айси, Дарси и Сторми помочь тебе. Это нечестно. Возможно, это даже опасно. Слушай, я хочу принять участие в конкурсе. И я хочу выиграть. Ну и что, что мне нельзя использовать волшебство? Айси, Дарси и Сторми такие сильные, что они могут делать что угодно. За что бы они ни взялись, они всегда достигают своей цели. Им будет очень просто превратить меня в королеву красоты. Даже если я настоящая, не выиграю этот конкурс. Мир-то все будут смотреть на меня. Наконец-то я буду в центре внимания. Ты что, не понимаешь? Что хочешь сказать? Хочу сказать, что это как-то, не знаю... Зная Айси, Дарси и Сторми, они сейчас что-то натворят с ее внешностью. Зная ведьм, в принципе, либо они сделают что-то в обратную сторону, либо они сделают из нее красотку, но потом какую-то подлость используют. Вот. Да. Ну, кстати, немножко нетипичный, необычный. Вот она такой персонаж какой-то, знаешь... Типа такой, какая-то готичка немного, как будто где-то в тени, ну, всегда. И все такое. Ну, не все ведьмы готички, как мы видим. Готички. Вот, она вся странное такая... слово какое-то. Ну, этот. Она такая, типа, тоже, видишь, немножко как будто зачуханная в себе вот это все. И она такая, хочу участвовать в конкурсе красоты, выиграть. Это прикольно. То есть это прям нетипично, как будто бы обычно. Вот... Конкурс красоты как будто хотят выиграть такие, как Стелла. Такие, как вот она, обычно не хотят вообще думать даже о конкурсе красоты. Они такие, а вот прикольно. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, что-нибудь толковое. Она просто втайне мечтает, видишь? Ей хочется, она не может это воплотить, потому что, ну, видимо, сомневается в себе, в своей внешности и так далее. Никогда не сомневайся в себе, будь в себе уверен и иди к победе. Какая-то серия с советами. Вообще мотивационная серия по Винкс. Нет, Люси, тебе этого не нужно. Уйди. Я знаю, что мне не нужно. Мне не нужна ты. Мне никто не нужен. Не говори мне, что делать. Я верю в твою победу. Я уже знаю, чем это кончится. Дай угадаю. Полным провалом. Не будьте такими трусишками. Гризельда не узнает, что мы здесь. Ну-ну. А ты что, не переоделась? Ты готова к конкурсу? Ты шутишь? Я не понимаю, почему мы идем в это отвратительное место. Тут все такие старые. Сейчас это не важно. Сестры, сегодня мы здесь, чтобы... Тут все такие старые, не то что мы, нам вообще по 14, мы вообще такие классные.
чтобы сделать доброе дело. А? Ты помнишь Люси? Она попросила нас помочь ей выиграть конкурс красоты. У нее в голове паутина. Чтобы победить, ей нужны не мы, а чудо. Это будет весело. Что ты задумала? Ну, Люси хочет выиграть конкурс, так? Она хочет стать мисс Магикс этого года. И она ею станет. Мы исполним ее тайное желание. А потом обольем грязью. Мы наложим заклинание, и она будет совершенно неотразима. Вы такие непредсказуемые. Вообще, Аня вас только что как книжку раскидала. А потом, когда ее коронуют мисс Магикс, мы снимем заклинание и раскроем обман. Она будет опозорена. Прямо здесь, в центре сцены, на глазах у всех. Вот смотрите, у этой, я не помню кто, которая хочет стать мисс Магикс, есть подружка. Подружка ей говорит: хорошая подружка, мы сколько серий видели, они всегда вместе. Они такие, типа, best friends практически. Uh-huh. Она говорит: я пойду к Трикс. Она такая: ну не иди к Трикс, они такие плохие, они тебя используют. Она такая: нет, Трикс не такие, Трикс вообще самые могущественные, я к ним обращусь, они мне помогут. И что в итоге? А в итоге вот что Трикс в итоге. Вот они губы нам показывают свои, и непонятно, что хотят сделать. Поэтому верьте своим друзьям настоящим. И не слушайте вот всяких таких, никому не доверяйте лишним, потому что это они могут вас подставить. Конечно. Еще один совет в копилочку. О, Аси, это гениально. Нас ждет веселый вечер. Хорошая идея, сестра. У меня всегда хорошие идеи. Хватит болтать, давайте займемся делом. А, услышала? Ты готова? Не слышала. Как тебе это? Стелла, ты должна надеть то же самое, что и все остальные. Я права? Стелла, мы принесли все, что тебе нужно для победы. Начиная с мягкой расслабляющей музыки, которая поможет тебе расслабить мышцы лица. Это масло арработолы и листья ранку фикуса. Можете мучить меня как хотите. Главное, чтобы я стала новой мисс Магикс. Все быстренько расслабляем мышцы лица. Быстренько все сидим, кайфуем под музыку. Сейчас еще представляем, что вам эту святую масочку наносят. И все, и вообще кайфуем. У тебя будет самая гладкая кожа во всем измерении. Твои волосы будут похожи на золотой шелк. А что мне приходится терпеть? Вот подружки. Огурцы можете себе на глаза положить. Я уверена, что ты найдешь выход. Что случилось такого ужасного? Катастрофа. Посмотрите, что случилось с моими глазами. Обычно они прямые. Я шла по коридору, и вдруг... Так это модно. Ой. Что это? А вполне неплохо, я считаю, очень даже выглядит неплохо. Можно поразить жюри своей необычностью, а всех такие прямые. Вот как желе тебя не смутило? Нормально, а что, жюри же не будет это трогать. Ты, главное, выйдешь такая красивая. Вот. Они у всех прямые, а ты креативность, такой афро. И все, первый раз такое вообще видим, никогда в своей жизни не видел. И все, плюс балл сразу она получает. Отличная прическа. Поздравляю. Довели. Обычные подозреваемые. Дамы и господа, тепло и волшебно приветствую вас на нашем ежегодном конкурсе «Мисс Магикс». Сегодня 15 красивых молодых женщин будут бороться за почетный титул. Директриса сидела, видел? Нет. Я думал о том, что он сказал 15, у него сразу 15 клевых друзей на проекте «Дом 2» с ними. Где? Сегодня 15 красивых молодых женщин... А, реально? А они вдвоем, смотри, вторая тоже вот эта а вот. А это библиотекарь, может быть. Вот это вот. Вот это может быть, да. А, Дарси. Дарси. Айси. Кого еще? Ай, все, хватит. Ну, вообще, как бы, то есть она пошла на конкурс красоты. Она такая: да они не узнают вообще никогда. На конкурс красоты мы пошли, а на зачет мы не пошли. Да, сейчас посмотрим, что устроят они. Бороться за почетный титул. Мы все знаем правила. Никакого волшебства. Все заклинания и колдовство строго запрещены и приведут к дисквалификации. Этот конкурс прославляет природную красоту. Что может быть прекраснее, дамы и господа? А теперь вот они! Номер один, мисс Ло... На месте Гризельды я бы такой, типа...
А там эти сидят, Терикс, надо за ними поглядывать, они такие вообще... Нет, знаю их, они такие, ну, господи, ведьмы. Наши подружки лучшие, ни в чем не виноваты. За ней следует мисс Хайди. Номер 3 мисс Леста, номер 4 мисс Агуин. Ну тут вот 4-я, я бы ей победу дал. Номер 6 мисс Стелла, номер 7 мисс Леона, номер 8 мисс Карен, номер 9 мисс Савата и номер 10 мисс Люси. Это вот это вот наша ведьма, да, да, судя по всему. Ну нормально, кстати, ее за... Фотошопили. Зафотошопили. Не, ну а чё, вот смотрите, четвертая прошла, у всех такая типичная кожа, а у неё зелёная. Я считаю, опять плюс балл за необычность. Эй! Пожалуйста, дамы и господа. Мы создали произведение искусства. Номер 14, мисс Нексис. Номер 15, мисс Нидия. Давайте поприветствуем конкурсанток. Красивые ляси. Как будто не школьница. Ты слышал, как зрители реагировали, когда вышла участница номер 10? Я никогда не выиграю. Стелла, это же просто игра. Да, но разве будет весело, если я не выиграю? Эй, поздравляю, ты им очень нравишься. Какая странная реакция. Тут что-то не так. Участницы должны быть... Какая она подозрительная. Все в этой должны серии были со мной здороваться вообще-то. Нет никого, нет, да? Человек не думает про меня плохо. И не важно, что мы с ним вообще не знакомы. Все хотят со мной общаться. Шикарными и вежливыми. Ой. Дамы и господа, первый конкурс вечера. Там, кстати, смотри. Вежливыми. Ой. Напоминаем, здесь сидели Трикс, а вот здесь сидела Фарагондас, это их нету. Они пересели. Или у их, или типа их здесь нету, но мы почему-то их заметили. Я искренне хочу, чтобы они здесь были, чтобы потом Стеллу, ну, ругали за ее прогул зачета. Дамы и господа, первый конкурс вечера – это конкурс талантов. Каждая молодая женщина должна показать свои умения в какой-то области. Красивая и талантливая, пожалуйста, поприветствуйте участницу номер 5, мисс Хайди! Ее талант – спортивный кубизм. Ася, эта девица и правда молодец. Да, но ей нужно смотреть под ноги. Ну так ничего, а чё, где жюри, где вот этот ведущий, он что не видит? Здесь вот, знаете, ставят глушилки, чтобы телефоном нельзя было во время экзаменов пользоваться. Здесь тоже нужны глушилки на магию, чтобы магией никто не мог пользоваться. Сразу, чтобы магия аннулировалась, любая вообще. Ну это нечестно, ну как так-то? Где жюри, где датчики, где вот это все? Как его? Конечно. Он такой, это несправедливо. Конечно, серьезный конкурс, масштабный, на целый Магикс. Ну, надо иметь этот подход тоже серьезно делать. И все-таки нормально. Так и должно быть. Наша следующая участница, мисс... мисс Агуин. Какой талант-то? В шубе умеет ходить. Думаю, я сама с ней разберусь. Я, короче, крайне недоволен, если что. Ты что, в трусы? В трусах. Трусы ее. Трусы. Кстати, очень странно. А теперь... Предположим, что это... Да, предположим, что это спортивный шорт. Следующая жертва, то есть следующая участница, мисс Леста и ее талант жонглера. Так и не поняла, что за талант был у той. Красиво ходить. Не могу в это поверить. Эта девица сама напросилась. Напросилась? Что она сделала-то? Унесите ее, пожалуйста. А сейчас поприветствуйте мисс Дженни. Вообще покорно. Мисс Лихона и ее белые голуби. Мисс Сабат. То есть никого вообще опять-таки не смущает жюри, что у всех вот так вот происходит случайно? Все плохо.
Они думают, все плохо просто подготовились. Не знаю, у меня сейчас горит, короче, одно место. Я прям крайне недоволен. Да. Неопсис! Ее кольца... Мисс Карен! Мы прер... Ты как будто смотришь мультики Луни Тюнс, если я правильно произношу. Да, вот да, это да. Про Бакс Банни, вот эти вот утки их там. Тоже у них всякие приколы, там они падают, все ломают. Здесь как будто то же самое сейчас происходит. Сперся на антракт, а потом продолжим конкурс. Надеюсь, это короткий перерыв, или мне придется сломать ему шею. И снова здравствуйте, дамы и господа. А теперь выступление великой балерины мисс Люси. Кстати, а у них типа выступление, наверное, должно быть по очереди же тоже. А Стелла была до мисс Люси, а Стеллу не показали, как она облажалась. Ну, может, следующее будет. Блин, прикольно, у нее волосы так. Люси, не благодари нас. Лучше еще впереди. Прекрасное выступление, мисс Люси. Браво, браво! Браво! А теперь наша следующая участница. Мисс Стелла. Ее танец счастья. Опа, ковбойша. Ну, такой себе талант, если честно. Это серьезно. Нам нужно срочно что-то с этим делать. Иха! 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 Вот кто в рубашке родился. Последнее слово еще не сказано. Несколько слов, мисс Стелла. Авилд, сейчас он и Шеревос, я. Ну, конечно, она говорит задом наперед. Она сказала, я совершенно счастлива. Перед нами очень талантливая молодая женщина. Она умеет переворачивать фразы. Ну так-то, блин, длинные фразы, это сложно так переворачивать. Да, она, блин, заготовила, наверное, просто. Нет, это же Дарси на нее повлияло. А, да? Да, она использовала магию, и поэтому она нормально не сказала. Нифига. И это типа он такой... Да, он подумал, что это типа она так сама. Невероятно талантлива. Повезло. А теперь момент, которого ждали все. Коронация мисс Магикс этого года. Давайте поаплодируем нашим участницам. В этом году мисс Магикс становится... Мисс Магикс. Минутку терпения. Стелла. Это мисс... Нет, Люси. Люси! Не должен же закончиться этот арк, где ее превращают обратно. Ну, я думал, мало ли. Типа, дадут победу Стелле, а Трикс из-за этого психанут, что их план пойдет. Нет, они начнут устраивать панику. Вот это все очень такое... Титул мисс Магикс достается номеру 6. Стелле, принцессе Солярии. Номер 6? Это я! Поздравляем, Стеллу! Вы самая красивая молодая женщина в волшебном измерении. Никак не комментировали. Короче, Трикс сделали всю работу для Стеллы, получается. Они убрали номер 1 и убрали вообще всех остальных. Да, конкуренты. Спасибо! Мою радость невозможно выразить словами. Выиграла! Давайте отпразднуем это! А, какой вечер! Я так счастлива!
Мы не можем просто пойти домой. Мы должны это отметить. Еще не поздно, и я знаю, куда мы пойдем. Блум, у тебя что, горло болит? А у тебя проблемы с памятью? Подруга, мы же договорились, после конкурса уроки. Ты должна заниматься всю ночь. Почему она вообще парится? Почему ты ставишь условия вот эти вот? Да ладно. Это не твое дело. Вот, кстати, реально, зачем она вообще парится за ее успеваемость? Типа, это ее дело. Это ее ответственность. Учеба. Правильно. Хочет учиться, не хочет. Ты вообще, Блум, за собой следи. Это вот ты приехала с Земли, у тебя здесь никаких связей. А это мисс Солярия, у нее связей выше крыши. Мама захочет, она всю школу выкупит, наверное, при желании. Поэтому вот за нее вообще бояться и беспокоиться не стоит. Единственное, я не понимаю, почему мы видели в кадре Гризельду и остальных, они ничего не, ну, типа, исчезли и потом вообще ничего не сказали. Я хочу, чтобы они были. Хорошо, начнем с того, на чем закончили вчера. После ночной тусы. Стелла, если я не ошибаюсь, сейчас ваша очередь. Не выспалась просто. Какой из двух тестов вы выберете? Я хочу начать там, где закончила Блум. Хорошо. Смысл начать там. Вы перенесетесь в пустынную среду домино. Стелла, ваш зачет. А, там же Блум типа начинала сажать и не закончила. Счет начинается. Так и ей триксты, наверное, не подсунут, она будет просто сажать. Ну да. Так нечестно, пусть трикс дерется. Что мне сделать, чтобы здесь стало лучше? Посмотрим. Зеленый газон точно не помешает. А теперь? Я думаю, может быть... Ну, конечно, как следует обдумав, я решила добавить. С другой стороны, это волшебные зелья для выращивания гигантских красных деревьев. Думаю, оно подойдет для травы. Теперь что? Ах, да. Дождь! Управлять своими силами не так-то просто, когда ты занимаешься всю ночь. Давай, Стелла, сосредоточься. У тебя все получится. Солнце! О, получилось. Ой, я не думала, что зелье такое сильное. Помогите! Помогите! Четверку поставь, нет, тройку, ладно. Стелла, вы в порядке? Да, профессор Палладиум. Не справилась, короче. Стелла, из того, что я увидел сегодня, я бы сказал, что вы были не очень готовы к зачету. Да, профессор. Мне очень грустно, когда мои ученики проваливаются, но я вынужден поставить вам кол. Вы не выполнили задание. Теперь, если вы хотите исправиться, начинайте. А ручка тебе что сделала? Зачем ты ее вот так выбросил? Давайте работать. Прямо сейчас. Чем дольше вы будете тянуть, тем сложнее будет нагнать остальных. Ты слышала? Ты еще можешь нагнать нас. Тем не менее, наше будущее не кажется таким уж печальным. Скоро начнутся каникулы! Ура! Они еще не начались, вы еще доживите до них. Да, что скажешь? Хорошая серия, на самом деле, интересная. Особенно вот этот момент, где Трикс издевались над всеми конкурсантками. Это вообще прикольно. Прикол был. Да. И когда их показывали, как они смеются. Вот. В целом все было довольно предсказуемо. Ну вот жалко, что не показали реакцию Люси после того, как Трикс ее кинули. Ну еще покажут, мне кажется. Ну, наверное, да. И то есть как-то они превратили, она убежала и все, и как бы победа Стеллы и все, как бы, ну не проработано, мне кажется, в этот момент. Да. Ну серия такая, типа легкая. Ненавязчивая. Чуть-чуть пытались сюжеты сюда засунуть, но по итогу она такая прям на релаксе. Много полезного мы с тобой узнали, что ты должен для себя тоже узнать, подчеркнуть, запиши это обязательно себе где-нибудь в блокнотик, чтобы потом воспользоваться нашими советами. Вот. Недоволен я, почему Гризельду в кадре показывали опять-таки, почему она не наругала Стеллу, я бы хотел это увидеть. Ну, Стелла и так облажалась, учитель был недоволен, дает ей второй шанс учиться. В принципе, все такое нормальное. Пусть учится, опять-таки, это ее на ее ответственности. Блум, я считаю, никак не должна вообще вмешиваться в ее учебу, потому что это ее учеба, ее дела, ее жизнь, будущее и всякое такое. Да, согласна. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.